Что было, не знаю, да? А? О, смотри, как буксует прям. Жопу уносит. Деревенские покатушки. Самая такая погода, когда осень. Сейчас у нас октябрь месяц. 20 какое-то. Не помню точно. Там, блядь, когда бардак. Куча надежды, блядь. Ни воронок, ни хуёнок. Пятилитровку нам сейчас надо. Все. Заправка. Заправляемся 92-м качественным бензином. Сейчас побуксуем, наверное, может быть, еще. Если получится. Если деды Коля не будут нас ругать за это. Так, в такую погоду прекрасно просто наслаждаться ездой. Так. Ну что, едем, что ли? Одеваем почти новые перчатки. И будем трогаться. Чтобы одеть правильные перчатки. О. Ну чё, братан, алга? Включаем вторую передачу. Ух ты! Вот так и бывает. В самом интересном месте. Вон это включено.
Пиздец, говорю, бля. Он дымит, что-то коптит, блядь. Попробуем с фильтра. Что же причина? В чем же причина? Как всегда, блядь, как я приезжаю, всегда он, блядь, ромает что-нибудь, блядь. Почему вот такая вот штука происходит? Непонятно. А? Нет, сухая вроде. Вот тебе контент, да. Как всегда, контент. Контент. Ручку, по-моему, неправильно поставили. Какую? Вот это. Да. Странная хуйня. Что, вроде сработало таким образом. Да, конечно, что было, непонятно. Бывает у него. Понятно. А? Ты хочешь? Не знаю, может я. Потом ты. Ладно. Так, ну что, едем? Едем, 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 далекие края.
Что было, не знаю, да? А? О, смотри, как буксует прям. Жопу уносит.